Сейчас вы увидите одни из самых покупаемых товаров 11.11 в этом году. И так как с 25 числа наступает Черная пятница, то возможно и вам приглянутся эти товары. Не зря ж их купили тысячи людей, видимо они стоят того. Но это мы узнаем после просмотра. Начинаем! Многоразовая прозрачная нанолента для крепления различных предметов на любые поверхности из уникального экологически чистого материала без цвета и запаха. Не оставляет следов на поверхностях, не желтит, не пачкает руки. Хорошо фиксирует предметы, можно мыть и использовать повторно. Технология изготовления позволяет приклеивать и отклеивать ленту множество раз надежно и качественно, не оставляя никаких следов на поверхности. Наличие в доме такого уникального скотча сможет помочь вам в любой ситуации, ведь его главным преимуществом является удобство в использовании. Этот универсальный и прочный скотч станет вашим постоянным помощником, ведь он надежно выполняет свои функции и не отклеивается сам по себе. Новый мощный пауэрбанк от Baseus. Компактный, элегантный, инновационный и многофункциональный блок питания емкостью 10 000 мАч, изготовленный из высококачественных материалов. Данный пауэрбанк поддерживает современные стандарты быстрой зарядки Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0 и другие популярные, благодаря которым процесс восстановления заряда ваших аксессуаров ускоряется в несколько раз. С помощью технологии Power Delivery 3.0 18 Вт iPhone X, например, пополняет заряд на 50% всего за полчаса. Обратите внимание, что для этого вам понадобится кабель с поддержкой PD. Оснащен Powerbank 5 портами. 3 разъема можно использовать для зарядки Powerbank, это microUSB Lightning и USB Type-C с PD, и 3 для мобильных устройств USB Quick Charge, USB Type-C и PD. Это не ошибка в расчете. Разъем USB Type-C можно использовать для зарядки смартфона, MacBook и беспроводной колонки, а также зарядки самого аккумулятора. Такое наличие портов позволяет подключить до 3 гаджетов одновременно. Робот-мойщик окон с функциями мощного всасывания, защиты от падения и дистанционного управления. Робот-мойщик автоматически может определить оконные рамы для упрощения процесса мойки и отсутствия участия вас в процессе мойки. Главным преимуществом использования данного робота является отсутствие опасности во время мойки окон на высоких этажах, а также экономия времени хозяйки. Устройство прислоняется к любой плоской стеклянной или керамической поверхности и благодаря вакууму крепко держится на ней, а также перемещается по ней, вращая дисками с микрофибрами и салфетками. Моет любые обрамленные поверхности, окна, зеркала и даже кафель. Ультразвуковой увлажнитель воздуха с функциями ароматизатора – необходимая вещь в каждом доме, ведь поддержание оптимального микроклимата имеет большое значение для здоровья. Сухая среда вредит слизистым нашего организма, что может привести к раздражению и неприятным последствиям, например, к уязвимости для инфекций. Кроме того, недостаточная влажность воздуха не лучшим образом сказывается на коже и может являться причиной его преждевременного старения. Миниатюрный ультразвуковой увлажнитель создаст оптимальный уровень влажности в комнате, и вы навсегда забудете о проблемах пересушенного воздуха. Светодиодная гирлянда занавес с дистанционным управлением с 8 режимами работы для обеспечения праздничной атмосферы. Неброский, прозрачный кабель и миниатюрные светодиоды дарят легкость и минимализм с приятным теплым свечением. Гирлянда станет отличным дополнением к интерьеру вашего дома. Особенно уместно она будет смотреться как украшение окон и поможет создать уникальный праздничный новогодний наряд. Идеально подходит для декора летних террас, кафе, витрин магазинов, выездных мероприятий и дома, конечно же. Универсальный однокомпонентный упрочненный клей с низкой вязкостью на основе этилцианоакрилата для моментального склеивания металла с металлом, металла с резиной и пластиком. Высокая прочность склеивания, эластичный клеевой шов, длительное время полимеризации позволяет позиционировать соединяемые элементы. Хорошее температурное сопротивление, вплоть до 120 градусов, он не содержит растворителей. По заявлению производителя, клей склеивает пластик, дерево, металл, резину, и можно ремонтировать шины, клей и кожу. OBD2 сканер является универсальным устройством для проведения диагностики автомобиля, считывания или стирания ошибок через OBD2 разъем и Bluetooth интерфейс. Для управления диагностическим сканером можно использовать мобильный телефон или планшет. Подойдет даже старенькая Nokia на Symbian. Связь с устройством производится через беспроводной протокол Bluetooth. В свободном доступе в сети есть масса программных продуктов, обладающих различными функциональными возможностями, интерфейсами и языковой поддержкой на любой вкус. Например, Hot Drive,
Turgo Pro, ScanMaster, PCM Scan, ProScan, Vital Scan и многие другие. В список поддерживаемых машин входят практически все легковые автомобили с OBD2 диагностическим разъемом, выпущенные после 1996 года. Компактный разъем данной модели автосканера позволяет использовать устройство стационарно, не вынимая его с разъема, отслеживая показатели в режиме онлайн. С его помощью вы можете читать диагностические коды ошибок, стирать ошибки, производить очистку ошибок и выключать MIL, надпись «Чек» на приборной панели, и отображать значения различных датчиков. USB-адаптер использует передовую технологию Bluetooth 5.0 с поддержкой протокола с низким энергопотреблением и предлагает беспроводные решения для компьютера для связи с устройствами с поддержкой Bluetooth с высокой скоростью передачи до 3 Мбит в секунду на расстоянии до 20 метров. Простота использования для передачи файлов, включая драйверы Harmony для передачи звука. Очень компактный дизайн позволяет сэкономить место. Вы сможете оставить адаптер Bluetooth в ноутбуке, когда находитесь в пути, а светодиодный индикатор покажет состояние устройства. Автомобильное пусковое устройство. Внезапно севший аккумулятор не станет помехой для запуска двигателя, если у вас под рукой есть пусковое устройство. Этот полезный для автолюбителей гаджет объединяет в себе функционал пускового устройства и портативной батареи. Он станет отличным помощником, когда мощности аккумулятора не хватит для запуска двигателя, а также поможет продолжить работу батареи смартфона, гарнитуры, планшета и прочих мобильных гаджетов. Этот аксессуар пригодится для всех, кто часто путешествует на машине и хочет обезопасить себя от неприятных ситуаций в дороге. В пусковом устройстве использованы современные разработки, которые позволяют ему при компактных размерах выдавать пиковый ток в 1000 ампер и напряжение 12 вольт, благодаря чему аксессуар легко справится с запуском бензиновых двигателей объемом до 4 литров и дизельных автомобилей с объемом двигателя до 2,5 литра, причем даже в морозную погоду. Компрессионная воздушная баночка. Каждый пользователь стационарного компьютера или ноутбука замечал, что со временем клавиатура, даже при бережном использовании и хранении, засоряется пылью и мелкими соринками. То же самое происходит и с системным блоком, корпус которого постоянно затягивает всевозможные частички. Однако для последнего это чревато ухудшением эффективности охлаждения. Именно поэтому составляющие ПК рекомендуется регулярно чистить от пыли. Для этой цели японская компания выпустила такое интересное устройство. Изделие выполнено в формате баллончика со сжатым воздухом, за подачу которого отвечает микрокомпрессор, питающийся от встроенного аккумулятора. Новинка является своеобразным бесконечным аналогом продающихся в магазинах баллончиков со сжатым воздухом, которые по цене достаточно дороги, но хватает их ненадолго. Для удобства эксплуатации включатель расположен снизу устройства, а пусковая кнопка размещена по аналогии со спусковым крючком в детском пистолете. Средство для отбеливания зубов Суай. Это эффективное и простое в использовании средство для отбеливания зубов, удаления пятен и налета в домашних условиях. Он без запаха и водяной смеси. Для отбеливания зубов нужно ополоснуть рот теплой водой, капнуть жидкость на палочку и протирать каждый зуб. И снова ополоснуть рот теплой водой. Нужно следить, чтобы жидкость не попадала на десну и слизистую. Повторять процедуру не чаще, чем раз в неделю. Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot 1S оборудован усовершенствованными датчиками и инновационными технологиями для более качественной и быстрой уборки в доме. Совершенная система навигации выстраивает оптимальные маршруты для уборки. Производительный двигатель обеспечивает усиленную по сравнению с предыдущими моделями мощность всасывания. Емкая батарея позволяет убрать дом без перерыва на подзарядку. Вы сможете управлять роботом-пылесосом дистанционно с помощью фирменного приложения на своем мобильном устройстве. Аккумуляторы, аналог Panasonic N-Loop, производятся по той же технологии. Качественные аккумуляторы с низким самозарядом, LCD, предназначены для использования в электронной технике, пультах, цифровых камерах, портативных аудио-видео устройствах, рациях, детских игрушках, фонариках, MP4 плеерах, бритвах и другом. Аккумуляторы поставляются предзаряженными и готовыми к использованию, сохраняют свой заряд на протяжении длительного времени, не требуют специальных зарядных устройств. Аккумуляторная батарея никель-металл-гидридная, 1,2 вольта, 3А, 1000 мАч. Bluetooth Dynamics Hi-Res. Это портативная колонка, достойная вашего внимания. Есть поддержка кодека APTX для передачи чистого качественного звука с вашего устройства. Поддержка расширенного частотного диапазона способствует тому, что вы слышите звук по-новому, со всеми деталями. В этот раз китайский производитель превзошел сам себя. Колонка довольно компактная, но при этом выдает громкий качественный звук.
Про влагозащиту тоже не забыли. Степень защиты IPX7. Колонка имеет 2 твиттера, 2 динамика низких частот и пассивный излучатель. Такого набора достаточно для генерации звука мощностью до 30 Вт, что довольно много для такой компактной акустики. Батарея, спрятанная в корпусе, имеет емкость 6700 мАч. Этого хватит примерно на 10 часов прослушивания музыки при средней громкости. Если увеличить звук до максимума, колонка разрядится примерно через 5-6 часов. Яркие автомобильные светодиодные лампы для замены ламп накаливания W5W. В отличие от дешевых копий, содержат в себе стабилизатор напряжения и драйвер тока. Из-за скачков напряжения сгорает большинство дешевых аналогов, особенно они страдают при запуске двигателя. Лампы невосприимчивы к полярности, яркость 350 люмен. Smart TV приставка X96 Max Plus – одна из лучших моделей под управлением оптимизированной операционной системы Android 9. X96 Max Plus работает на стабильном 4-ядерном процессоре. В приставку установлен усиленный 2-диапазонный Wi-Fi приемник на 2,4 ГГц и 5 ГГц, что дает возможность пользоваться Wi-Fi подключением на стабильной и высокой скорости, даже на незначительном удалении от роутера. Она отличается стабильной работой прошивки, приставка не перегревается, так как имеет хорошую систему охлаждения. Max Plus выполняет функцию мощного медиаплеера, способного воспроизводить видео высокого качества, а также требовательные игры и приложения для Android. Стельки для обуви с подогревом от USB – очень удобное и практичное решение для обогрева ног в холода и морозы. Лучшее решение для продавцов, торгующих в неотапливаемых помещениях и открытых рынках. Катание на лыжах, пешие походы и катание на санках станут для вас намного приятнее. Стельки поставляются в двух размерах – 35-40 и 41-46. Каждый из этих размеров подрезается под нужный вам с помощью обычных ножниц. Пауэрбанка с емкостью 10 тысяч махов хватает на 4-5 часов, а пауэрбанк на 20 тысяч махов продержится около 12 часов. Вот что заказывали тысячи людей на распродаже 11.11. И это не шутки. Перейдя по ссылкам, вы увидите тысячи заказов и довольные отзывы людей. Так что если вам что-то приглянулось, то можете смело заказывать. Товар дойдет без проблем и в скорые сроки. Напишите в комментариях, может какой-то из товаров вам кажется бесполезным или наоборот мега нужным. Мне интересно ваше мнение. А также помните, что Черная пятница начнется с 25 числа и продлится всего пару дней. Кстати, если будут промокоды, то я оставлю их в описании. Всем хорошего вечера и пока-пока, скоро увидимся!